Здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего канала. Здравствуйте, дорогие участники совместного проекта «Мои любимые коты 2». Ну вот, ноябрь месяц подходит к своему концу. Ну а мы уже отчитываемся в пятый раз, делаем наши отчеты, продвигаем наши работы. У нас появилось много готовых работ, много разных интересных процессов, как и бисерные, так и в крестике. И я приглашаю вас к просмотру данного ролика. Надеюсь, вы получите удовольствие, зарядитесь энергией, эмоцией. И, конечно же, те участницы, которые ведут свой канал на YouTube, я оставлю ссылку в инфобоксе, вы можете перейти и ознакомиться подробно с каждым процессом, с каждым проектом. А также вы можете перейти по ссылочке в группу ВКонтакте и посмотреть фотографии, оставить комментарий, поставить лайки, пожелать удачи нашим участникам. Ну что, поехали! Анастасия Пученко, во-первых, отчитывается по оригинальному набору фирмы Dimensions Frederic Literator. Размер работы будет 30 на 28 см, вышивается на черной аиде. И пишет, что продвижения не очень значительные, но они есть. Шажки вперед, пусть и маленькие, но все-таки вперед, а значит, я на правильном пути, пусть и медленно. Ну и во-вторых, Анастасия Пученко вступает в совместный проект с новым набором от фирмы Joy Sunday и будет вышивать замечательного кота Макса Рыболова. Пишет, что вышиваю котейку с большим удовольствием, все очень нравится, и ниточки, и канва. Рисунок нанесен хорошо, не смещен, из-за рисунка продвижения не очень видны, но они есть. Лариса Киселева отчитывается по своему гигантскому проекту «Меняю шляпку на кота». Пишет, что продвижения небольшие, но они все-таки есть. И временно Лариса планирует приостановить работу над данным процессом, так как хочет побольше уделить времени наборчику от фирмы «Мережка Зимний сон» и хочет завершить этот процесс. Пишет, что главная мечта и ставит себе цель завершить этот процесс, желает всем добра и позитива. Ну а мы, конечно же, желаем исполнения желания, легких крестиков и удачи. Наталья Зенкина вступает в наш совместный проект с новым дизайном от фирмы «Истич». Это ожидающий леопард. Размер работы будет 52 на 65 сантиметров. Это дизайн Dimensions и вышивается по напечатанному фону. В прошлом отчете я перепутала имя Натальи. Сейчас исправляюсь. Наталья, желаем вам удачи! Татьяна Муратова отчитывается уже готовой работой. Вышивала Татьяна схему из журнала «Вышивки крестом», называется «Воспоминания о лете». Использовала ниточки фирмы «Гамма» и каунт увеличивала до 11 размера. И, как мы видим, получилась красота. Поздравляем! Кристина Внукова отчитывается по своей авторской схеме от Любы Воденниковой, называется «Крестный котец». Кристина перешла на новый лист и не перестает нас впечатлять замысловатыми узорами растущей картины. Мы ждем поскорее кота. Ольга Яранова отчитывается по своему наборчику с AliExpress. Ольга пишет, что месяц был невышивальный, зато отпуск удался. И пишет, что по работе осталось вышить меньше 10 тысяч крестиков. Оля у нас очень активный участник, вышивает очень быстро. И я думаю, мы уже совсем скоро увидим готовую работу. Очень интересная работа, и мы ждем с нетерпением ее завершения. Желаем удачи! Наталья Чермянинова присылает нам отчет по оригинальному набору от фирмы Dimension «Строй наблюдателей». Пишет, что в прошлом месяце не смогла отчитаться, так как продвижения были совсем минимальные, но в этом месяце есть отчет, есть продвижение, и Наталья надеется, что в следующем месяце уже появятся котята. Мы будем ждать этого отчета и желаем, конечно же, шустрой иголочки. Анастасия Беловолова нас радует и стимулирует своим упорством над работой
Фирмы Хаэт Кот Верисах пишет, что моего котика прибавилось 3 листа схемы на 10 500 полукрестиков. Еще лист и будет 60% работы, готовая полоса. Других котов в работу не брала, потому что на работе очень много дел. Ну и мы радуемся, что котик продвигается, желаем удачи, ну и конечно же легких крестиков. Алена Каменева присылает свой отчет по наборчику фирмы Joy Sunday, вышивает копию набора Dimensions кот Леонардо. Вышито уже 80% работы, пишет, что процесс очень нравится и скоро финиш. Мы желаем скорейшего завершения работы, ну и, конечно же, новых котов. Удачи! Марина Силина вышивает бисерный процесс от фирмы Butterfly, называется фиолетово-черный. Пишет, что процесс движется медленно, но главное движется. И мы наблюдаем за этим процессом с огромным нетерпением, ждем его продвижения. Любовь Постникова отчитывается по набору «Золотое руно. Магистр времени». Как мы видим, кот уже отшит. Готовы все крестики. Но остался еще фон, который вышивается полукрестиком. Ну и я думаю, что еще остались и пришивные элементы. Скоро-скоро будет уже полностью готовая работа. Елена Исаева отчитывается по набору фирмы «Овен. Маруська и Котовский» и пишет: «Девушки, как быстро летит время. Вжик, и месяц пролетел. Как вы поняли, до своих главных персонажей не добралась, зато появилась елочка. Что поделать, вышивать быстро не получается, но наслаждаюсь каждым моментом. Небом так небом, елочкой так елочкой. И даже достала своего маленького помощника-снеговичка. Одним словом, вышиваю дальше». Это правильно, радуйте нас отчетами, и мы желаем вам наслаждаться вашей вышивкой и легких продвижений. У Ирины Силаевой, как обычно, очень большие продвижения и результаты. Во-первых, завершилась работа от фирмы RS Studio «Кот в клубках». А завершилась работа от фирмы Joy Sunday, вот такой голубоглазый котик. А также есть старт от фирмы Nova Sloboda и есть старт от фирмы Oven. Мы желаем удачи, легких крестиков и, конечно же, хорошего настроения. У Марины Филипповой очень много новостей. Во-первых, Марина отчитывается по набору Custom Crafts номер 99237, это отдыхающий леопард, и пишет, что вышивается на 14 аиде цвета хаки. Размер будет 196 на 277 крестиков, в сантиметрах это 36 на 50. Вышивается, на удивление, легко, фон пятнами. Сам лео посложнее, много одиночек, но они расположены так, что одной ниточкой непрерывно с протяжкой максимум в 3-4 крестика можно вышить достаточно много. Нитки перевесила на органайзер Дубко. Органайзер из набора порвался уже на 4-й день. На данный момент из 9 листов вышито почти 7. Немного не дошила 7-й лист. Камера телефона, к сожалению, высвечивает и не передает цвета этой работы. Они более глубокие и бархатистые. Работа получается объемной. Лео как живой. Сама сегодня первый раз после отчета увидела, какая красота получается. Хвалю не себя, восторгаюсь этим котяры. Но почему же не похвалите себя, Марина? Вы проделали такую большую работу за очень маленький промежуток времени. Ну а также Марина отчитывается по своему котику Риолис и представляет нам еще один дизайн, с которым будет продолжать участвовать в нашем совместном проекте. Это дизайн Химеры, размер которого у нас 250 на 420 крестиков, будет вышивать на 16-м каунте. Пишет, что понимаю, что не успею вышить до конца СП, но очень хочется начать. В процессе будут участвовать 39 чистых цветов и 7 блендов. Пишет, что видела отшив на 14-й конве. Работа получается большая, 46 на 76 сантиметров. Моя будет поменьше, но тигрица получается очень красивая, впечатляет работа, поэтому Марина заявляет этот дизайн следующим в
продолжение в нашем совместном проекте. Желаем удачи, надеюсь, все у вас обязательно получится. Агнета К также присылает свой отчет по дизайну фирмы Soda. Вот такие котики, которые играют на рукодельной полочке. Котики прибавляются, работа подрастает, мы ждем и дальше новых отчетов. Анастасия Лурье пишет, финишировала с работой от дизайна Марии Искусница «Мартовский концерт», завершила работу 19 ноября. Процесс был легким и увлекательным. Уже выбираю следующую работу для участия в СП. Ну а мы, конечно же, ждем вашу новую заявочку. Удачи! Сангина Мамедова отчитывается не просто завершенной работой, а даже уже оформленной работой. Мы поздравляем с великолепным результатом, с красивым оформлением. Желаем удачи и будем рады видеть вас снова в нашем СП. Светлана Кузнецова присылает свой отчет по наборчику фирмы МП Студия. Вышивается вот такой котик за самоваром. Пишет, что продвижения небольшие, так как отвлекалась на другие процессы, но хочет продвинуть эту работу побольше. Ну и мы, конечно же, желаем удачи. Мария Крупинина отчитывается, во-первых, по наборчику «Неохотный приятель» фирмы «Лука-С» G585. Пишет, что продвижения у этой работы не очень большие. Но есть хорошее продвижение по второму дизайну от фирмы «Золотое руно», который Мария вышивает по схеме. Также участвуют здесь ниточки «Мадера», ну и, конечно же, серо-голубая основа. И, как мы видим, работа продвинулась очень-очень хорошо. Мы ждем уже готовую работу. Желаем вам удачи! Алла Красноярская присылает свой отчет по набору Custom Crafts «Охота белого тигра». Пишет, что вышито 1700 крестиков. И пишет, что продвигается со скрипом. На сегодняшний день отшито 30% работы. Да, я вас прекрасно понимаю, Алла, как тяжело вышивать Custom Crafts, но вы большая молодец, у вас такой большой прогресс и хорошие продвижения идут каждый месяц, все прекрасно получается. Двигайтесь в таком же темпе, и работа скоро будет завершена. Ольга Щурова присылает отчет по бисерному дизайну от фирмы Butterfly Чародей, артикул 641, круговая зашивка бисером. Размер работы будет 36 на 25 сантиметров. 18 цветов бисера используются в этой работе. Продолжает вышивать своего котика, пишет, что продвижения небольшие, потому что отвлекается на новогодние процессы. И также делится с нами своими домочадцами, забавными и игривыми котиками, кошка Муся и канадский сфинкс Симон. Марина Лакиза присылает нам отчет по набору Галины Томиной, называется «Дизайн «Я буду рядом». Пишет, что вышивается легко, очень интересно и спешит добраться поскорее до тигренка. Мы желаем легких крестиков и шустрой иголочки. А Аленушка Сережина пишет: «Ура! Финиш! Черно-белый мурчик, изумрудные глазки готов! Вышивала по собственной разработке. Вышивала на Аиде 14 аккаунта светло-серого цвета, 120 на 120 крестиков, 22 сантиметра. Количество цветов 21, 7 блендов, мулине СХС. Юля, спасибо за чудесный СП. Благодаря ему смогла закончить этот процесс. Смотрит прямо в душу, что я и хотела. Очень довольна результатом. Буду оформлять в текстильный багет. Уже подготовила подходящие ткани. Осталось только выкроить время для воплощения задумки. Очень интригует, и я надеюсь, вы с нами поделитесь готовым результатом. Желаем удачи!» Наталья Фомина присылает нам отчет по своему гигантскому процессу от фирмы «Дом и Крафт Тигры». И мы видим, что работа растет очень такими большими шагами, крупными темпами продвигается Наталья. Я надеюсь, что к концу совместного проекта у Натальи чудом получится завершить эту работу. Желаем удачи! Ирина Пресман отчитывается по своей работе от фирмы «Золотое руно».
пишет, что кот медленно и верно проявляется. Сейчас перетянула канву, и теперь кот следит за мной из-за станка. Чудесное, пушистое существо. Желаем удачи и шустрой булочки. Анжелика Журавлева продолжает участие в нашем совместном проекте с наборчиком от чудесной иглы «Нежная забота». Размер работы будет 24 на 26 сантиметров. Замечательные два чудесненьких котика. Желаем удачи. Елена Канева присылает нам отчет по раритетному набору от фирмы Dimensions «Коты в саду» и пишет: «Вот такая кошачья банда получилась после выполнения бэкстича. В скором времени к ним присоединятся оставшиеся три котика. Ждем с нетерпением продвижения работы». Светлана Портнова присылает нам отчет по набору риолис, абиссинские кошки. Светлана столкнулась с проблемой в виде аиды, которая была вложена в оригинальный набор. Ей не понравилась основа и пришлось заменить. Поэтому вот получается у нас уже новый старт. Но ничего, Светлана, трудности случаются. Главное уметь их преодолевать. Я уверена, все у вас получится. И мы ждем поскорее увидеть отшив этой прекрасной, очень интересной работы. Желаем вам удачи. Виктория Румянцева отчитывается: уже готовой работы практически, осталось выполнить несколько стежков бэкстича. Это дизайн фирмы Буцилла, леопард, размер работы 31 на 36 сантиметров. Вышивалась работа по перенабору. Основа здесь Лугана Бритни, 28 каунта, цвет бежевый, и использовалась 33 цвета ниточек ДМС. Великолепная работа получилась, поздравляем, и, конечно же, ждем вас с новыми проектами. И мои новости. Во-первых, по набору от фирмы «Золотое руно» на крылечке у меня хорошее продвижение. Вышилось 3 фрагмента из 6. Очень яркая, сочная, красивая работа получается. Сколько вышиваю, столько влюбляюсь в нее. Ну и мои львы африканские, которых я вышиваю по оригинальному набору от фирмы Dimensions, тоже продвигаются не так активно, но тем не менее есть прогресс, и работа мне тоже нравится, яркая получается и очень красивая.